Жамбылская область закрыта на карантин, а это значит, что по всему региону установлены блокпосты. Проехать через них могут только те, кто везет продовольствие либо медикаменты, и те, у кого есть разрешительные документы на руках и в специальной базе. Как организован пропускной режим на блокпостах в Жамбылском регионе области, мы расскажем в следующем сюжете. Учитывая географическое расположение Жамбылского района, через территорию которого проходит целый ряд довольно оживленных транспортных магистралей, в этом регионе области на период чрезвычайного положения установлено 7 блокпостов. Мы решили все бытовые вопросы, связанные с работой блокпостов, обеспечили личный состав палатками, вагончиками, освещением и средствами связи. На всех блокпостах в круглосуточном режиме работают полицейские и работники медицинских служб из Жамбылского районного акимата, которые проводят мониторинг всего пересекающего блокпост транспорта, а в отношении людей, не имеющих на руках разрешительных документов, либо нарушающих карантинный режим, применяются меры административного характера, накладываются штрафы. С начала объявления чрезвычайного положения было выявлено 33 факта различных нарушений карантинного режима. 20 гражданам были объявлены предупреждения, а в отношении одного был применен штраф в размере 10 месячных расчетных показателей. Также активная растительная работа проводится среди населения. Граждан убеждают соблюдать карантин и без острой необходимости не выходить из дома. Всего по Жамбылской области установлено 38 блокпостов. Ответственные лица все так же призывают людей проявить понимание и гражданскую сознательность. Оставайтесь дома, берегите себя и своих близких. Наимбек Бакбанов, Сапар Серикулы, Жамбыл Ньюс.